Приветствую, вы на канале «Любимая кухня». Сегодня я буду готовить оладьи на кефире. Оладьи получаются пушистые, мягкие и очень-очень вкусные. Попробуйте приготовить у себя дома. Для этого нам понадобится 500 мл кефира, 1,5 стакана муки, 1 чайная ложка соды, щепотка соли и 1 столовая ложка сахара. В большой миске смешиваем кефир, сахар, соду, перемешиваем все и частями добавляем муку. И хорошенько все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вот такое красивое однородное тесто у меня получилось. И начинаем жарить. На раскаленную сковороду наливаем немного подсолнечного масла и ложкой выкладываем тесто на сковороду. И жарим до золотистого цвета. Где-то минутку полторы с каждой стороны. Вот такая красота у меня получается. Готовые оладьи перекладываю на тарелку. И можно подавать к столу. Можно подавать с медом, сметаной или с любимым вареньем. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте и нажимайте на колокольчик.